Укладати виборчий договір між виборцями та політиком або партією – саме така форма відповідальності влади дозволить людям зробити свідомий вибір на користь того чи іншого кандидата, вважає адвокат, депутат Дніпропетровської міськради Сергій Жуков. Концепція відповідальності влади, яку він пропонує, передбачає, що політик є найманим працівником народу, а не благодійником, у якого треба просити матеріальну допомогу чи встановлення дитячого майданчика. Таким чином, виборці будуть мати можливість впливати на політика після обрання. Впровадження таких принципів також допоможе позбавитись одноденних політичних проєктів і залишить на політичній арені партії із чіткою програмою дій. Докладніше про це поговоримо із самим автором. Він у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Все ли я правильно сказав? Да, ну, социальные договора, которые заключаются сейчас на улице, я не разрабатывал. Я разрабатывал саму концепцию ответственной власти. То есть сегодня социальный договор, который предлагается как провластными кандидатами, так и оппозиционными, является перечнем обязательств, которые нельзя отвести к сфере депутата, то есть кандидата в депутаты. Это как бы такой вот перечень таких предложений по улучшению жилищно-коммунального хозяйства. То есть я считаю, что сам социальный договор – это правильный механизм. Он должен быть вместо программы кандидата. Кандидаты в депутаты должны брать конкретные обязательства. Конкретные обязательства. Устанавливать ответственность за выполнение этих обязательств. Сроки. И тогда действительно мы можем получить в парламенте людей, которые будут стремиться их выполнять. То есть будет обратная связь с людьми. Кандидат должен ежегодно отчитываться о выполнении. Тогда будет смысл о том, кого мы выбираем. Главное – целесообразность. Не просто выборы, а целесообразный выбор человека не на борде, а за обязательства, которые он берет на себя и которые он вынужден выполнять, потому что существует ответственность. Еще такой момент. Если каждая политическая партия на себя будет брать конкретные обязательства, каждый кандидат на себя будет брать конкретные обязательства, он должен будет стремиться их выполнять. Ему нужно будет находить консенсус с другими партиями, для того, чтобы потом не оказаться неудел. Потому что ответственностью может быть, например, отказ баллотироваться снова. Не выполнил половину обязательств. Больше не баллотируешься. И это нормально. Это действительно будет способствовать демократичности, нормальности. Вот действительно, это будет европейский подход к выборам. То есть, если я вас правильно понимаю, то вы подводите к тому, что будущий народный депутат берет на себя конкретные обязательства, а не то, чем он занимается вот зачастую сейчас, да? Во время предвыборной кампании, там открыли какой-то детский майданчик, там вкрутили три лампочки в лифте, там отремонтировали колонку, и вот я уже готовый народный депутат. Да, то есть сегодня, вы именно об этом говорите? Да, сегодня пустые обещания. То есть вот эти вот все майданчики, раздача протпайков до избирательной кампании, изготовление каких-то стендов, это все просто популизм. Это все действия, которые не имеют ничего общего с полномочиями народного депутата. Так может тогда мы таких людей просто отправим в ЖКХ работать? Ну, если конечно, у них так да. все хорошо получается, лифты ремонтировать, лампочки так вкручивать. Так он должен быть тогда мэром. Ну, или замом мэра по коммунальной деятельности. Но не народным депутатом. Ну, не народным депутатом. Народный депутат, он должен готовить проекты законов. Это основная задача. Он должен иметь специальные знания. Он должен То есть быть... юристы должны прийти? Не обязательно, не обязательно юристы. Да? Должны быть люди, которые специально обучались, которые обладают знаниями, которые понимают, что они будут делать в парламенте. Если человек понимает, он имеет программу. Если он имеет программу, он ее должен выполнить. А выполнить он ее может через обязательства. Вот взял на себя обязательства и берешь и выполняешь. Тогда четко, никуда, больше нет пути отступления. Но я считаю, что если действительно взять к социальному договору, то есть вот которые сейчас раздаются, и добавить пункт о том, что человек, когда попадает в парламент, обязуется сделать социальные договора частью национального законодательства, то есть сделать их не одноразовым продуктом в Днепропетровской области, потому что а постоянно действующими. Да, а постоянно действующими. То есть не будет программы кандидата, а будет договор как составная часть избирательного законодательства.
По договору, еще раз говорю, обязательства, критерии выполнения этих обязательств, ответственность. И тогда четко есть у человека стимул работать. Есть обратная связь, есть голосование за обязательства, а не за лица на бордах. И, по сути, вот самое главное, люди должны нанимать себе политика. То есть, подписывая договор, вот как человек приходит на работу, он его нанимает работодатель, и он начинает выполнять свои обязанности на новой работе. С ним заключается договор, пусть в устной форме, у кого-то контракт письменный. Точно такое же нужно делать и с политиком. Политик должен подписать договор и должен его выполнять, и должен быть заинтересован его выполнить. Как он его выполнит, это уже его задача. Договориться, с другими партиями договариваться, со своими однопартийцами договариваться. Все, есть четкое понимание его деятельности. И четкий план действий. Четкий, да? План деятельности. Давайте, прежде чем я задам вам следующий вопрос, есть возможность телезрителям задать вопрос нашему гостю. Скажу, что у нас в гостях адвокат, депутат Горсовета Сергей Жуков. Если есть интересующие вас вопросы, можете позвонить. А я вам задаю вопрос касаемо того же населения. То есть вы эту концепцию с кем-то уже обсуждали вот именно? Конечно, я обсуждаю с людьми, с которыми встречаюсь. Но это не то, что я придумал эту саму концепцию. То есть это пожелание, по большому счету, да. Даже, наверное, все-таки людей было? Конечно, но это еще и европейский опыт. То есть есть концепция ответственной власти как научная модель, которая может быть практически применима. Есть концепция власти как манипулятивная технология во время выборов. Вот, например, как манипулятивная технология, она применялась в 2001 году. Сильвио Берлускони взял на себя 5 обязательств, подписал со всей Италией договор и потом не выполнил эти обязательства. И люди обращались в суд. Ну, и суд им, конечно, отказал. Отказал. Это и переизбирался потом еще. Да, и потом еще переизбирался. Ну, то есть, это может быть разные моменты. Но если сейчас социальный договор использовать просто как обертку, он же красивый сейчас выдается, да. Вот, да. В этих палатках. Если использовать как конфетку, вот обертка, то он не имеет никакого смысла. А если это действительно будет документ, который будет частью законодательства, по которому нужно будет отвечать, то человек будет думать 10 раз, какие обязательства на себя брать. Но при этом из-за того, что каждая партия друг с другом конкурирует, то я уверен, ответственность и обязательства будут очень четко прописаны, и они будут только увеличиваться, потому что люди должны голосовать, будут видеть, что действительно кандидат стремится. И у нас есть телефонный звонок. Сейчас будем слушать нашего телезрителя. Добрый вечер, можете задать свой вопрос. Сорвался. Продолжаем разговор. То есть концепция ответственной власти – это не только как бы сам социальный договор. В этом смысл в том, что человек, который находится у власти, он должен иметь обратную связь с избирателями своими. Есть звонок, перезвонил, да, гость, да. Точнее не гость, а телезритель. Добрый вечер, можете задать свой вопрос. Добрый день. Добрый. Кстати, у меня вопрос будет. С какой партии вы состоите? Я депутат от политической партии «Украина Майбутнего». Так, спасибо. И, значит, единственное, что я могу сказать, я согласен по всем статьям с вами. Молодец. Вот именно так нужно работать, так спасибо. Нужно осуждать. Вот. И вообще, молодец. Спасибо. Спасибо. Ну, видите, приятно слышать приятные всегда, слова. Да, когда приятные слова. Продолжаем разговор. То есть, что я хотел бы сказать, что если человек, который находится у власти, действительно ответственен, то это выражается в том, что он может подписать такой договор, что он берет на себя обязательства. Это даже вот, если сейчас подписывает, он же ничем не рискует. Он подписал, да. Выбросил, а потом даже не вспомнили. А если это обязательство является, должно быть реализовано, то тогда появляется вообще смысл избирателям ходить на выборы. Вот я для себя, почему возникла концепция ответственной власти? Я для себя долго думал, почему я должен голосовать за кандидата. И как юрист понял, что если кандидат подпишет такой договор, возьмет на себя ответственность, то мне появится смысл за него голосовать, даже если его никогда не видел. Логично. Послушаем еще один телевизионный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Алло.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу сказать, я часто вам звоню, Артур Терещенко, я с вами давно-давно еще знакома, ну, по работе. И хочу сказать вот что. Уже коснулась вопрос Жуков. Жуков очень хорошо говорит. А Куличенко вот перед этим сказал, ящики почтовые там-то. Вот Новокрымска 4-4, а если бы приехали, посмотрели. Вот приедьте завтра и посмотрите. Повесили ящики уже 2 недели. Не пронумерованы. Люди уже ломают. Выдали ключи. Пошла я в жилсек, жил, как он называется сейчас у нас тут, не ЖЭК, и это самое. А начальник ЖЭКа, а мне пополам, это регионы. Так что вы делаете, что они делают? Это показуха номер один. Вот правильно Жуков говорит, если браться, так браться уже, чтобы оно, люди его видели. А что ж, вы приедьте, посмотрите, зафотографируйте завтра. Вот я вас хочу, даже подожду, скажите, в которое время, и посмотрите, что делается. Залиште свій телефон нашим редакторам, і з вами зв'яжуться. Дякуємо вам за дзвінок, тримайтеся, дивіться 9 канал і надалі. Я считаю, что вот такие социальные договора должны заключать не только вот депутаты, кандидаты в депутаты. Такой социальный договор, он применим и к органам местной власти, вот к тому же мэру города, потому что его выбирают все люди. И достаточно даже проще составить такой договор вот именно в рамках города, потому что проблемы городские, они давно исследованы, и все понимают, что нужно решать в первую очередь. И тут главный вопрос в механизме вот контроля. Выполняется, не выполняется этот социальный договор? Ну, я считаю, что можно составить по объективным показателям компьютерную программу, программное обеспечение, которое просто будет считать, вот как рейтинги считают, по, допустим, свободе слова, да. По свободе предпринимательской деятельности. Есть международный рейтинг, который считает компьютерные программы, исходя из общих показателей. Точно так же можно делать и по социальному договору. Почему информационные технологии не поставить сейчас во благо людям, для того, что когда говорят, что это невозможно, потому что это невозможно, я считаю, что это Скажите, обман. Пожалуйста, вот маленький последний вопрос. А уволить можно по договору, если не справился с обязательствами? Конечно, если это будет в самом договоре, либо в законодательстве, которое будет этот договор регулировать. То есть в законе о выборах народных депутатов место программы, социальный договор и ответственность прописывается. Все. Я благодарю вас, что вы оказались у нас в студии. Спасибо большое. Ну и наше общение закончу анекдотом. Знаете этот анекдот, когда муж изменил жене? И там плохо, и там плохо. А жена говорит, если не можешь выполнить обязательную программу, не лезь на произвольную. Улыбайтесь, оставайтесь и надеюсь, что мы с вами встретимся еще. Нагадаю, у нас в студии был адвокат, депутат Дніпропетровської і міської ради Сергій Жуков. Говорили про відповідальну владу і ми рухаємось далі.